Женщина, которая обещала за вознаграждение передать фото и видео больной актрисы Анастасии Заворотнюк, внезапно ушла во тьму и перестала отвечать. После уточняющих вопросов журналистов, называющая себя бывшей сотрудницей клиники не стала продолжать разговор. Называющая себя бывшей сотрудницей клиники, в которой проходит лечение российская актриса Анастасия Заворотнюк, в разговоре с журналистами обещала за вознаграждение отдать эксклюзивные фото и видео звезды. Пока в СМИ нарастала шумиха по этому поводу, а пользователи в соцсетях негодовали из-за низости такого поступка, журналисты решили проверить, как далеко может зайти авантюристка. В частности, в общении с экс-сотрудницей журналисты Царьграда попытались узнать, за что дама просит деньги. В своем сообщении обладательница фото Заворотнюк рассказала, что у нее есть 17 снимков и 2 видеозаписи длительностью 32 и 58 секунды. Все, по ее словам, было снято ею лично с 15 по 25 сентября. «Со вчерашнего дня в этом медучреждении я не работаю, готова передать анонимно за вознаграждение», объяснила она готовность обнародовать снимки. Однако внезапно автор эксклюзива потерялась, ушла во тьму. Причиной такого исчезновения стали уточняющие вопросы. Просьба прислать хоть одно фото или иным образом подтвердить, что снимки и видео действительно имеют хоть какое-то отношение к актрисе, сотрудница проигнорировала. Сообщения, кстати, были прочитаны, но ответа от обладательницы эксклюзива так и не последовало. Впрочем, как ранее отмечал российский политолог Арман Гаспарян в комментарии Царьграду, если фото больной Заворотнюк и есть, то неудивительно, что кто-нибудь их сольет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик для уведомления о новых видео. Всего хорошего!